ничего. Сегодня у нас готовится красная рыбка. Расскажи, что ты туда делала, мариновала? Соль, перец, приправа для рыбы. Ты все это обваляла аккуратно, да? Да. И сколько оно простояло, промариновалось? У меня ночь стояла, но хватит час-два. Можно за час-два, а ты это сделала мариновку с вечера и сейчас утром будешь жарить, да? Да. Значит, сковородка стоит на плите. На сковородку налито немножко вот такого масла, кукурузная олия. Вот. Дальше рыбка обваливается в муку. Это же у тебя обычная мука? Да. Первый сорт, да? Высший сорт. Белая мука, высший сорт. Промаринованная с пряностями рыбка обваливается в эту муку и идет на сковородку. Он уже термо. Сковородка показала, что она готова к употреблению. Вот эта штучка почернела, покраснела, вернее, вот эта. Обычно она серая, а сейчас она покраснела. Вот, и рыбка начала жариться. Как ты ее жаришь, под крышкой или без крышки? Я без крышки, жарю на среднем огне. На открытой сковородке, на среднем огне. Что тут у нас показывает комфорка? Комфорка показывает у нас двоечку. Двоечка на комфорке, на плите кайзер. Какая там температура, я не знаю. Но получается средняя мощность, потому что всех делений 3. Да? Да. А двойка это именно получается посредине. Рыбка перевернута другой стороной. Одна сторона уже прожарилась. Мы видим, какой цвет стал у нее, такой светленький, хороший, прожаренный. И теперь другой стороной она будет прожариваться дальше до готовности. Рыбка еще переворачивается на свой толстый бочок для того, чтобы и там она смогла прожариться. Надо чем-то подставлять. Торты кусочка прожариваются тоже. После этого повернешь и другую сторону тоже так будет поджарить, да? Понятно. Рыбка перевернута еще на другую сторону для того, чтобы пожарилась толстая спинка кусочка. Кусочек так отрезан, что его верхняя часть от спинки, там где у рыбы спина, он получается потолще, чем на дереве. И поэтому прожаривается со всех сторон до готовности, дабы получить вкуснейшую красную рыбку. Как эта рыбка называется? Форель. Вот это форель. Рыбка еще переворачивается, плита выключена и
накрывается крышкой. Дошла. Для того, чтобы она просто дошла, как паром пропиталась и дошла до полной готовности. Плита я показал. Ноль выключена. То есть все, рыбка готовая. Теперь можем посмотреть, какой стала рыбка. Вот такой замечательной красивой стала у нас поджаренная рыбка, которую уже можно кушать. Оставляем ее пока.